Что посмотреть в Латвии, кроме Риги? Всего 1,5 часа в пути и попадаем в настоящую сказку. Но нас интересует не снег. Здесь есть кое-что покруче. Мы хотим пролететься над макушками деревьев на самой длинной в Латвии канатной дороге. Ее длина 1020 метров, максимальная высота 43 метра. Она соединяет два берега реки Гау и ведет в отличное место, а также позволяет посетить самую большую пещеру Латвии и всей Балтии. Стоит ли ехать сюда ради канатки? Да, ведь здесь еще есть бобслейная трасса, где каждый может прокатиться на санях. Полное видео смотри в профиль, это было незабываемо круто. Одна поездка обойдется в 25 евро, а билет на канатную дорогу в обе стороны стоит 16 евро. Место это Сигулда.